Всем привет, с вами Жора, и сегодня я бы хотел записать видео на такую наболевшую тему, как рост, а точнее, как его увеличить, как вырасти. Сейчас я дам тебе пару советов о том, как это сделать. Первое – это здоровое питание. Ты должен есть все время по чуть-чуть, чтобы у тебя не было чувства голода. А не так, что набрать свою кучу из холодильника, вот так вот, побежать, чтобы столько складок было потом. Всегда ты должен быть сытый, тогда все будет хорошо. Пища не должна быть слишком жареной, она должна быть полезной. Отваренные продукты, продукты на пару, ну и вот такое вот. Второе, ты должен заниматься спортом или ты должна. В большинстве случаев рост хотят увеличить девочки. Не знаю почему, но парней тоже касается, конечно, но девочки в большинстве своем. Спорт должен быть такой, где ты будешь прыгать все время. К таким видам спорта относят баскетбол, волейбол, ну и прыжки на скакалке. Не знаю, насколько это спорт. Может быть, такого спорта вообще не бывает. Ну, типа, просто скакалка и все. А может, бывает такой спорт. Короче, у кого нету вариантов записаться на дополнительные занятия по волейболу, баскетболу и тому подобному, покупайте скакалку. Денежка есть у всех 50 рублей, я думаю, или сколько там, 150 рублей. Нормально. Следующее, про еду я сказал, витамины кушаем, фруктики, все полезное. Витаминов должно быть много, и не забываем употреблять кальций в количествах больших. Яички кушаем, грудку куриную, также кушаем орешки, в орехах тоже есть кальций, магний, если не ошибаюсь, конечно, полезное очень. Следующее и последнее, это у нас растяжка или йога. Сейчас скажу тем, у кого хватает денежек, покупаем абонемент и идем в фитнес-клуб, в котором есть йога, обучают йоге. Тренер тебе даст индивидуальную программу занятий. Если какой-то супер фитнес-зал, фитнес-центр, могут, наверное, тебе и подготовить индивидуальное питание, сбалансированное какое-нибудь, вот специально для тебя. Ну, а в большинстве своем, наверное, вот ты сидишь сейчас и такой, какой абонемент? Сейчас скажу для большинства. Для большинства растяжечка, вот йога платно, а йога бесплатно, это вот уроки в ютубчике. Вот, как ты отыскал это видео, сейчас вот смотришь меня, я тебе объясняю. Также ищешь видео по растяжке, где тебе другие люди объяснят, как правильно растягиваться, как там вниз правильно, там вправо, там влево потянуться. И все, и можешь заниматься по видеоурокам. Это тоже очень хорошо. Ну и находи свободное время там побольше, чтобы растягиваться, и тогда все получится. Ну, в принципе, на этом все. Желаю исполнения твоей мечты, чтобы ты вырос, стал сильнее, выше, самое главное выше. Напишите в комментарии свой рост и какого роста вы хотите добиться. Ну а я увижусь с вами, с тобой в следующем ролике. Пока.